Мощнейшие двигатели для ракет производятся в этих цехах, на заводе имени Кузнецова. Именно сюда после первого полета в космос приехал легендарный Юрий Гагарин, чтобы поблагодарить рабочих за удачный полет. Сейчас завод имени Кузнецова – крупнейшее предприятие и уникальная испытательная база. В 2010 году здесь произошло масштабное техническое перевооружение. Увеличился штат сотрудников. На предприятии сейчас трудится порядка 3000 молодых специалистов. С некоторыми из них познакомился глава администрации Олег Фурсов. На встрече с трудовым коллективом предприятия он ответил на вопросы заводчан. Буквально неделю назад, в выходные, поставили большой такой киоск перед домом, на газон. С хорошим названием, типа «Сатна». Ну, по всей видимости, он вот начнет работать. Помогите, пожалуйста, разобраться с этим вопросом. Адрес там, пожалуйста, пометьте. Там, где мы эти вещи выявляем, мы демонтаж продолжаем. Теперь, чтобы решать проблемы своего двора и микрорайона, жителям не придется ждать встречи с главой администрации. В городе меняется система местного самоуправления. У районных властей будет свой бюджет и команда единомышленников, районный совет, куда войдут люди неравнодушные, горожане профессиональные. При поддержке районных советов жители смогут быстрее решать проблемы территорий. Мы очень хотим, чтобы в состав районных советов попали люди, представляющие промышленные предприятия, общественные организации, бюджетные учреждения. Те люди, которые не завязаны на интересы финансовых группировок и которые будут отстаивать интересы простых людей, трудовых коллективов, для того, чтобы благоустройство вокруг вашего завода, вокруг ваших домов шло в первую очередь. Благоустройство территории – одно из приоритетных направлений в работе городской администрации, напомнил Олег Фурсов. О делах ближайших и долгосрочных говорил глава администрации с заводчанами. Интересовался их мнением. Муниципалитетом вместе с заводом и другими предприятиями будет реализован проект благоустройства юнгородка. Об этом договорились в начале года. Больше всего заводчан порадовала новость о реконструкции заводского шоссе, которое начнется в ближайшее время. Этого события сотрудники завода Кузнецова ждали давно. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков, «События».